Друзья, привет, с вами Флок. Будем слушать еще один трек от Blackpink, называется «Ду-ду-ду». Но перед этим хотел бы еще раз у вас попросить, чтобы вы подписались на мой TikTok-аккаунт. Ссылочка будет в описании. У тех, кто, в принципе, смотрит это видео, есть TikTok-видосики, там листаете. Ну, я думаю, сложно не будет просто подписаться и все, чтобы моя рожа тоже мелькала там время от времени. Там пока ничего сверхъестественного нет, но вот как уже и говорил, хочу расширяться, хочу делать еще и туда. Ну там, знаете, в основном такие смешные видосики будут. Вот. Ну как у всех, как у всех. И постараюсь что-нибудь сделать уже свое, чтобы, блин, как-то отличаться от общей массы. Ладно, друзья, давайте перейдем к клипу Blackpink «Ду-ду-ду». Погнали. И сразу вот это вот такая декорация, блин, обалденная. Декорация ли это, конечно, или они на хромакее просто стоят? Скорее всего, да. Ну как на хромакее? Ну вы поняли, да, о чем я? Потому что в наше время все-таки проще комнату хромакеевскую такую сделать, всю зеленую, чем вот эти вот декорации выстраивать. Ну это да, скорее всего, хромакей. Ну, блин, просто королевы, знаете, вот по этим декорациям обалденно на троне еще сидят. Насколько я понял, их четверо, да, всего? Это что? Это собака или это кошка? Это кошка такая? Или собака, морда слишком длинная. Туфли, вы смотрите, такими туфлями по одному месту, как зарядите, нормально, да? Представляете, ее парни или кто-то там ее выбесит, а она в этих туфлях такая со съемок идет. Приятно будет. О, всегда катану хотел, просто на стену повесить и все. Подожди, стой, я сначала подумал, у нее штаны спали. Сапоги. Это сапоги или что? Слушай, сапоги, блин, ну модные, модные, прям в такт к юбке вообще. Прям, ну вообще, прям, это просто что-то, друзья. Девушки так, блин, просто загоняют знатно. Почему-то я на таком танке представляю Филиппа Киркорова, представляете, такое просто сидит он. Едет такой, ну вообще просто. Вот такие моменты я слишком часто останавливаюсь, я знаю, да. Такие моменты, когда, знаете, идет по подиуму модель, и просто берет, спотыкается, падает, и ей нужно в этот момент с каменным лицом встать так и пойти дальше просто. А бывают люди, короче, такие, знаете, сидят, но они не могут прямо, не могут просто вот ничего не делать. А человек упал, он встает и поднимает ее. А, блин, ну нельзя, эта модель должна встать быстренько, и как будто ничего как не случилось, просто идти.
Всякое же бывает. Подскользнулось там, у них такие, блин, эти... Это, конечно, к этому не имеет отношения, но, тем не менее, почему-то вспомнилось. Почему-то хотел сказать сакура, это же цветение сакуры, представляете, да, как прикольно, как классно было бы и красиво, деревья такие стоят вот на этом хромаке, и они вот на их фоне. Вот ребята из BTS, конечно, крутые, но почему-то вот, вот эти вот девчонки цепляют как-то побольше, знаете, потому что, ну, наверное, раньше я, во-первых, не слушал кей-поп, да, так много, потому что мы всю предыдущую неделю практически кей-поп слушаем, вот. И тем более уж женский кей-поп, и тем более уж вот такой вот кей-поп, понимаете, вот, вот, вот прям чтобы вот качало, и прямо чтобы вот, ну, прям, блин, эти слова паразиты, блин, они, ну, короче... Вы поняли, да? Это круто просто, это божественно, блин. Сам от себя не ожидал, действительно, что буду слушать это все. И мне это очень нравится, знаете, вот люди, они такие, то есть им пока не включишь, им пока не подскажешь, они не начнут слушать. Прикольно, друзья, классно. Почему у меня все комплименты на прикольно, классно, круто? Ну а как еще, в принципе? Божественно. Неповторимо. Ну, хотя нет, повторить-то, наверное, можно. Шикарно. Улетно. Короче, просто... Муа, вот так вот, конфетка, друзья. Ладно, послушали трек от Blackpink, «Ду-ду-ду» называется. Всем спасибо, обалденный трек. Очень понравился. Видео тоже наикрутейшее. Просто декорации, да даже не декорации, просто вот эта вот яркость, вот эта вот красота, вот этот вот весь масштаб, насколько это, ну, блин... Как это делается, это, ну, очень классно, очень классно. Друзья, всем спасибо, с вами был Флок на ТикТок, подпишись, пожалуйста, будь другом, пожалуйста. Все, пока.